думаю, что принцу номер 7 прям обязательно идеально уметь мечом махать. Дело не в порядке наследования. Вы член королевской семьи, вам положено быть мечником. Принц Ллойд, я уже 3 года вас обучаю. Ваше развитие стало главной целью моей жизни. Если навыки свои не покажу, она будет меня до вечера нагибать. Что ж... Замечательно! Вы с каждым днем становитесь все сильнее, принц Ллойд. Ну да, и это не мудрено. Сильфа никогда не сражается в полную силу. Да и к тому же, я немного читерю и использую магию, чтобы следить за ее движениями. По сути, она со своим отражением дерется. Короче, да, я жульничаю. Однако она выше, сильнее и опытнее меня. Я могу технику скопировать, но в итоге меня все равно прям в лужу уронят. Хочу устроить эксперимент. Компенсировать разницу между нами магией. Биотический рост, физпрокачка, левитация. Разницу я покрыл. Теперь мы на равных. Чего ты ждешь меньше всего, когда сражаешься с идеальной зеркальной копией себя? Подвохом! Перемещением! Прости, Сильфа! Меня уже мои заклинания заждались! Чего? Принц Ллойд, вы жульничать удумали? Ой-ой! Ай! Вы думали, я не замечу смену зоны досягаемости? Вы немного удлинили свой меч, а левитация сделала вас выше. Вам практически удалось достичь моего уровня. Это поистине восхитительно! Вы такой талантливый! Использовали 2 заклинания одновременно! Даже придворным магам это с трудом дается! Но торопиться некуда, вы можете развиваться в своем темпе. Магия Нику... Она не заметила физпрокачку и магию контроля. Может сказать, что я 4 заклинания юзал одним махом, а? Ага, да сейчас!